Докладно подлічено, що за 30 постчорнобильських років жихари Гомельської області виїжджали на оздоровлення 4 мільйони 423 тисячі разів. У середньому це отримується ніде 150 тисяч заїздів щогод. Причому розмова йде не об відпочинку, а менавіта об оздоровлення. При гэтым амаль 90% з гэтай колькасці непаўналетнія у рэабілітацыйна-аздараўленчым цэнтры Пралеска першых дзяцей з пацярпелых тэрыторый прынялі ў 94-м. З таго часу тут пабывалі каля 130 тысяч чалавек. Атрыманыя напрацоўкі дазволілі не проста аптымізаваць працэс аздараўлення, але і зрабіць яго больш разнастайным. У сілякім разі толькі лячэбнымі працэдурамі тут не абмяжоўваюцца. Прыярытэтная мэта работы цэнтра – стварэнне умоў для самарэалізацыі і творчага развіцця. Неабходна, кажуць, выкарыстаць час знаходжение детей у здравницы для поширения их кругогляду и выявления здольностей. Самое главное, что приехал сюда не только оздоровиться и узнал что-то новое, познал себя. Для этого работают у нас 6 кружков дополнительного образования. Дети с удовольствием посещают. Почему? Потому что здесь и компьютерные игры, и сделай свою куклу, привези с собой подарок своим родителям. Отличительная особенность нашего сегодня детского центра в том, что сегодня оздоравливаются дети с 3 лет. Необходимость больше эффективной организации работы детских реабилитационно-оздоровленческих центров тлумачится тем фактом, что зараз лечение неполнолетних потерпелых территорий ожитевляется у первую чергу именно у таких специализованных установок. У связи с чем, до речи, сегодня огучивается пропанова по наданию больше пильной уваги экологичной эдукации. Необходимо учить детей, как жить на заброшенных территориях и выполнять потребования санитарно-гигиеничного контроля. Отповедные занятки можно проводить на базе створенных при оздоровленческих центрах школ. Тем что сюда приезжают целыми классами. В Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортном лечении перекананы приводить у здравницы детей выключно с некими хворобами и патологиями нельга. По-перше, это не спрея профилактицы, а по-другое, порушая адукационный процесс. А как мы будем? Половина класса поехала, а половина будет учиться. Наоборот, мы хочу сказать, что мы ввели еще единую путевку на санаторно-курортное лечение и оздоровление, которое позволяет нам решить вопрос, чтобы выехал целый класс. Класс в сопровождении педагогов. И для всех эта форма приемлема и удобна. Пленарное посяджение открыл концерт «Реквием», присвеченный 30-летию Чернобыльской катастрофы. Юные артисты, дети с потерпелых районов, не глядя на возраст, они добро ведают об наступствах аварии. До речи, у Беларуси не стали спасаться на финансовой тяжкости и не обмежевали термин лечения неполнолетних за державный кошт. 24 дни медики лечат, что это оптимальный час, как достигнуть оздоровленчего эффекта. Алексей Синтеров, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель», Жлобинский район.